У варикоза есть международная признанная классификация. Делится он, ну, скажем так, условно на 6 стадий. Первая – это нулевая стадия, это здоровый человек. Первая стадия С1 – это когда у пациента есть венозные сеточки, но при этом его ничего не беспокоит, то есть это чисто эстетическая проблема. А следующая, вторая стадия С2 – это когда у пациента уже появляются крупные варикозные венки, ну, плюс-минус размером с мизинец, но при этом ноги как-то особо сильно не беспокоят, отеков не бывает. Третья стадия – когда у пациента уже ко всему прочему добавляется отек ближе к вечеру. То есть добавление отечности – это уже переход на третью стадию. Четвертая стадия, когда помимо отека и крупных варикозных вен у пациента появляется на ногах уплотнение, потемнение кожи, то есть это называется трофические изменения. Пятая стадия – это когда у пациента уже имеется на ноге язва, которая успела зажить, то есть покрылась слоем новой кожи. И шестая стадия, самая, скажем так, неприятная – это когда у пациента проявились трофические язвы на фоне венозной недостаточности.